Оксана Чмихало – засновниця компанії BN Education Group. Навчалася у Німеччині, а потім вступила до Інституту туризму Федерації профспілок України. Досвід роботи у сфері освіти – 13 років. Власною компанією керує вже 8 років. Компанія BN Education Group є лідером у сфері консалтингу в освіті у найпрестижніших середніх і вищих навчальних закладах Європи та США. У вільний час Оксана займається серфінгом та вейксерфінгом. Строгое расписание, порядок и безупречный внешний вид. Таким выглядят будни учеников военной школы и академии. А в американской Admiral Farragut Academy особое внимание уделяют еще и способности критически мыслить, умению справляться с любыми жизненными сложностями. В гостях у проекта «Достичь большего» с BN Education Group Джефф Огден, директор по стратегическому развитию и зачислению кадетов в Академию Admiral Farragut. Он стал частью Академии еще в 1993 году, будучи на тот момент учеником 6 класса. Закончил ее, отучился в университете Южной Флориды, а после стал работать в Академии. Джефф расскажет о своей карьере, о том, почему многие родители предпочитают обучение в военных школах, о дисциплине в Академии и проценте выпускников, поступающих в топ-университеты США. Джефф Огден, директор по стратегическому развитию и зачислению кадетов школы Admiral Farragut Academy, выпускником которой он сам и является. Это уникальная школа, где обучение проходит по военной модели. Находится в городе Санкт-Петербург в штате Флорида. Она известна воспитанием ответственности и дисциплинированности у молодых людей. А еще учебной программой по управлению самолетом или вертолетом. Также ученики здесь могут изучать навигацию, океанологию, инженерное дело, робототехнику, бизнес. Джефф, здравствуйте. Во-первых, мне очень приятно видеть вас в Украине, потому что ваша школа совершенно уникальна и необычна для Украины, для бывшего СНГ. Школа, где дети могут учиться летать. Я бы хотела, чтобы вы больше рассказали о том, чем отличается ваша школа от обычной средней американской школы. Admiral Farragut Academy – это очень особенная школа. По сути, это семья. Мы на программу школы-пансиона принимаем детей с 8 по 12 класс. Делаем мы это уже очень много лет. Ребята с 8 по 12 класс попадают в естественную среду, среду заботы о них. Обучаясь, они приобретают навыки лидерства, проходят полноценную академическую школьную программу и получают опыт проживания в школе-пансионе. Таким образом, мы формируем целостного ребенка. Мы интегрируем американские военные традиции и дисциплину в нашей школе. Впитывая их, в результате молодой человек или молодая девушка получают хороший целостный уровень подготовки. Это правда, что ваши студенты в школе могут летать? Да, конечно. Авиация – одна из наших ключевых программ. И в последнее время мы делаем большие инвестиции в ее развитие. Студенты, начиная с 8 класса, могут попробовать управлять самолетом. И потом, когда они становятся старше, могут изучать эту программу более углубленно. И даже могут взять частные уроки. А в будущем заниматься авиацией на профессиональном уровне. Как помогает этот опыт, эти практики летать для того, чтобы поступить в какие-то топ-университеты в США? Навыки, которые получают студенты в Admiral Farragut Academy, очень разнообразны. Они относятся не только к академическому обучению. Студенты становятся взрослее, они очень четко учатся распоряжаться временем. Поэтому, когда студент переходит на обучение в высшее учебное заведение, у него есть необходимый набор пройденных предметов. Получая пристальное внимание во время обучения в школе и вместе с этим, получая должное личное внимание во время их взросления и переходного возраста, наши студенты достигают невероятных успехов во время обучения в университетах. Университеты довольно часто анкеты наших студентов рассматривают в приоритете, поскольку они знают, какого студента они получат. Ведь они получат взрослого студента,
который готов к обучению в вузе, который готов к иным испытаниям в его жизни. Наши ученики воспринимают нас в качестве семьи, которая вложила очень много усилий в их образование. Университет получает молодого человека или леди, которые понимают, что те успехи, которые они добились в школе, это то, что привело их на следующий жизненный этап. А для дальнейшего успеха нужно дальше трудиться, и они к этому готовы. Мы позиционируем себя не просто как средняя школа. Обучая студента, мы концентрируемся на его будущей карьере, чтобы правильно его к этому подготовить. По качествам, по набору предметов, по правильному принятию решений относительно высшего образования. Поэтому, конечно, поступление в вуз – это очень важно. Но наши ученики смотрят вперед намного дальше. Вы сами учились в этой школе, начиная с 6 класса. Как вы думаете, какие навыки эта школа лично вам дала, которые вы используете сейчас в повседневной жизни, в вашей жизни? Это очень интересный вопрос. Да, я начал учиться в этой школе, будучи маленьким мальчиком, с 6 класса. Школа дала мне очень много возможностей. Возможности – очень обобщенное слово, но в нашей школе возможности выстраиваются вокруг каждого ребенка. На территории кампуса проживает 10 наших сотрудников, которые всегда призывают и подталкивают наших учеников к взрослению и развитию, готовят их к различным испытаниям в жизни. Я провел в школе 7 классов, и для меня каждый год обучения и развития в школе проходил по-разному. Сейчас у меня есть друзья по всему миру, которые добились грандиозных успехов во всех сферах бизнеса. А также в сфере медицины, инженерии, образования. Развитие студента зависит от него и от преподавателей, которые его окружают. Это был невероятный опыт для меня, что я вернулся в школу работать. И мне нравится каждая минута моей работы. А какой режим у школьников? И обязательно ли одевать военную форму? И есть ли форма в вашей школе? Распорядок дня студентов достаточно расписан. В основном студенты просыпаются в 6:30 утра. Они завтракают, затем у них 4-5 занятий. После этого у учеников обед. Учебный день студентов обычно заканчивается в 3:30 дня. После этого они обязательно занимаются спортом или посещают кружки авиации, инжиниринга и другие. Затем вечером они выполняют домашние задания в специальной комнате или же в их комнате, если у них хорошая успеваемость и отличное поведение. И отбой у кадетов примерно в 9:30 в 10 вечера. Относительно военной формы, да, конечно, это часть традиции, которую мы поддерживаем много лет. Студенты могут выбирать более формальный или более комфортный casual стиль, но в рамках предоставленной нами формы, поскольку они должны представлять одно и то же сообщество. Мы всегда хвалим, поощряем и празднуем победы и достижения каждого из наших студентов. Вы сказали про спорт. А каким спортом, какой спорт особенно популярен в вашей школе? У нас очень широкий выбор спортивных занятий, как для мальчиков, так и для девочек. Одни из самых популярных – это американский футбол и футбол в европейском формате. Также есть лакросс. Но еще мы предлагаем плавание, волейбол, баскетбол, бег. Студенты принимают участие в различных соревнованиях по бегу. Это очень серьезный вид спорта, который вырабатывает у студентов много качеств. Это то, в чем наши ученики больше всего принимают участие. Как насчет вас? Какой ваш любимый спорт? Я очень большой фанат баскетбола и футбола. Баскетбол – это отличный вид спорта, который предоставляет студентам массу возможностей, даже когда они обучаются в университете. А футбол – это всемирно популярный вид спорта, и каждая нация гордится тем, что имеет такой спорт. Команда может презентовать не только себя, но и свою школу, свою страну. Это потрясающий вид спорта. Все виды спорта в нашей школе хорошо развиты. И даже если студент не принимает участие в определенном виде спорта, он всегда празднует победы и разделяет достижения своих товарищей. А что касается дисциплины в вашей школе, какие есть плюсы и минусы? Действительно ли вы очень строго относитесь к детям, которые нарушают дисциплину? Или вы наказываете более демократичным образом? Как у вас это происходит? Дисциплина для нас – это очень интересная вещь. Конечно, в военной структуре многое строится на дисциплине,
Но каждый случай, который связан с дисциплиной, мы рассматриваем отдельно и индивидуально, потому что подход в формате «ты сделал это, ты виновен, твое наказание такое-то» работает, но не в сфере образования. Мы хотим разобраться, почему ты это сделал и как ты мог поступить по-другому. Таким образом, мы переводим дисциплинарную проблему в образовательную платформу. Студенты должны учиться на собственных ошибках. И когда они это осознают, мы говорим им, что если ситуация повторится, наказание будет намного серьезнее. Мы очень серьезно относимся к этому вопросу. А за что могут исключить ребенка? Приведите пример. К сожалению, отчисление из школы – это очень серьезная вещь. Причины могут быть разные. Например, многоразовое нарушение правил или дисциплины. Нарушения, которые кардинально выходят за рамки нашего школьного устава. Конечно, отчисление – это то, чего бы мы не хотели видеть. Но если возникает ситуация, что мы должны защитить или ограничить других кадетов от плохого влияния или поведения другого студента, мы должны это сделать. Мы очень тщательно разбираем каждый случай с кадетом и с его семьей. Но если ученик не хочет меняться или не делает никаких попыток изменить ситуацию, мы будем вынуждены принять меры. Мы часто видим в кино, когда мы говорим о военных школах, это когда дети, подростки прыгают через какие-то преграды, ночью под дождем выходят на военный плац. Это так происходит в вашей школе или вы более мягко преподаете дисциплину? Есть некоторые вещи, которые они делают. Отжимания, приседания, прыжки. Иногда в качестве наказания, чтобы кадет понял, что плохим поведением они причиняют вред не только себе, но и другим кадетам, нам и своей семье. Это учит кадетов правильно себя вести. Они имеют все возможности показать, что соответствует стандарту, который мы требуем. Такие нарушения, как неубранная комната, неуважительное отношение к другим, мы можем наказать публично, заставив отжиматься или еще что-то. Более серьезные нарушения мы рассматриваем со студентом один на один. А что касается темперамента детей, то есть какой тип детей это ваши студенты? Мальчики или девочки? Те, которым нужна структура, которую они получают, или те, которые хотят обучаться в такой школе с повышенной спортивной нагрузкой? Кто ваш потенциальный студент? Какие дети к вам приезжают? Для нас идеальный ученик – это тот, кто имеет представление о своем будущем. В нашей школе молодой человек может получить очень много возможностей для своего будущего. Студент, который сможет достичь успеха в нашей школе – это тот студент, который имеет дальновидные взгляды на будущее. Потому что выбор университета – это важно. Но более важно для нас сосредоточиться на карьерном планировании студента. Он должен иметь желание вовлекаться в учебный процесс, встречаться с новыми людьми, находить общий язык с различными культурами и национальностями под одной крышей. Мы занимаемся этим 85 лет и знаем, чем больше в окружении культур, тем больше возможностей и уроков получает студент. Ведь многие из наших учеников путешествовали больше, чем взрослые, и это большой взнос в целостное их формирование. Ученик, который готов к нашей школе, это ученик, который готов к сложным задачам, который сможет самостоятельно принимать решения. А что касается украинских студентов, я знаю, что они у вас точно есть, потому что мы знаем, что у вас есть Маша из Одессы, которая учится в вашей школе, она девочка. Расскажите об украинских студентах, как они отличаются от других интернациональных студентов и как много их в вашей школе. У нас есть несколько украинских студентов. У нас есть молодые люди из Украины уже несколько лет. Мария – потрясающая девушка. Мы были рады видеть, как за столь короткое время она стала серьезнее и взрослее. На самом деле, это невероятно, когда в школе представлены более 30 национальностей. Украинские студенты выделяются самостоятельностью и индивидуальностью. Это не группа людей, которые держатся вместе. Поэтому, когда у нас такой студент, как Мария,
самодостаточный и активно вовлекающийся во все виды деятельности, я понимаю, что такой студент будет расти и развиваться. Украинские студенты — это очень интересный вопрос. Многие из наших европейских учеников ставят себе четкую цель и идут к ней. Некоторые национальности держатся вместе. Они вместе в резиденции, они вместе ходят на ужин, вместе занимаются спортом. Украинские студенты, а их сейчас 4 или 5 на кампусе, они самостоятельны, вовлечены в инжиниринг, спорт. Они ставят себе цель каждый день и достигают ее. Они действительно хотят получить больше знаний, больше опыта внутри вашей школы, правильно понимаю? Да, они стараются максимально использовать все возможности, и мы даем им все для этого. Давайте сейчас поговорим о старшеклассниках. Вот на что идет уклон или упор в последних 2 классах? То есть есть ли какая-то специфика? Я знаю, что часто приезжают студенты, те, которые хотят изучать инжиниринг, например, в университете приезжают в вашу школу. Расскажите больше, есть ли уклон в вашей школе? Да, конечно. Студенты, которые приезжают в старших классах, уже ориентированы на свою будущую профессию. И мы не против этого. Мы предлагаем им очень много предметов, которые они могут изучать. Многие из наших учеников берут 2 предмета математики, 2 предмета науки в семестр, чтобы подготовить аппликацию на высоком уровне для поступления в университет. Когда ты становишься старше, возможности, которые предлагает школа, становятся шире. Также в старших классах размер самих классов становится меньше. Традиционные занятия по истории, английскому, социальным наукам проводятся в классе размером 13-16 человек. Но если студент принимает решение углубленно заниматься математикой, инжинирингом, размер класса становится еще меньше – 8-12 человек. Если ты даешь студентам больше индивидуального внимания – результат знаний становится намного выше. Какой процент детей из вашей школы поступают в топ университета США в процентном соотношении? 100% наших выпускников не только поступили в высшие учебные заведения, но и успешно там учатся. Количество студентов, которые поступают в топ-50 университетов, это половина нашего класса. Школа, такая как у нас, с теми программами, что мы предлагаем, а также авиацией, прекрасный пример, который готовит студентов для поступления в хорошие вузы. На базе некоторых университетов они проходят практику по инжинирингу, и иногда они поступают в эти вузы. И еще раз мы выясняем, что студент хочет не только от заведения, но и от своей будущей карьеры. У нас есть воспитанники, которые поступили в университеты с мировым именем, такие как Стэнфорд. Но также есть ученики, которые учатся в маленьких узкоспециализированных вузах. Главное, чтобы этот университет был подходящим именно для этого студента. Иногда Стэнфорд не самый лучший университет для некоторых учеников. Мы должны быть уверены, что они попадут именно в тот вуз, который поможет им в достижении успешного будущего. Сколько процентов из ваших студентов могут после окончания этой школы именно служить в армии в США? Конечно, как военная школа, мы готовим студентов к военной службе с помощью наших программ. Но это не обязательный выбор для студентов – служить в американской армии. Это опция и прекрасная возможность на базе школы получить такие необходимые навыки, как уважительное отношение к другим, изучение языков, лидерство, физическая подготовка, которые помогут студентам в любом выбранном ими пути в будущем. Ученики в нашей школе имеют уникальные возможности. Они могут пойти путем военной службы или же могут заниматься бизнесом, ведь они отлично подготовлены и для одного, и для другого. Спасибо большое, это было очень интересно, потому что такая школа, она очень уникальна для украинцев, и вы поделились вашими знаниями, вашими историями прямо из Америки, из Санкт-Петербурга американского, который находится во Флориде, об этой школе. Спасибо, Джефф. Спасибо вам огромное за предоставленную возможность рассказать больше о школе Адмирал Фаррагат Академи. Мы рады видеть успех украинских студентов и с нетерпением ждем новых кадетов. Итак, у Адмирал Фаррагат Академи по праву есть причины гордиться своими учениками.
Это зрелые, целеустремленные люди, воспитанные в лучших традициях военных американских школ. Но при этом обучают их по современной учебной программе с передовыми технологиями. Мы благодарны Джеффу Огдену за то, что поделился с нами секретами обучения в Академии. Ну а мы с вами встретимся уже в следующей передаче. С вами была Оксана Чмыхала. Ожидайте нас в эфире, чтобы знать и достигать большего.